я то еще хуже. Течение-то у них. Сейчас, да? Представляешь, наверное, да, вот которые помелче. Ну, в принципе-то, я вот в Костроме, вот которые поближе к Костроме-то там. Весло, наверное, принес, а нас нет уже. Нет, наверное, такого течения-то. Я вот был вроде, не похоже, что прям вот так сильно-то. Ай! О! Так. О! Вот. Вот мы видим, все-таки рыбу ловят с берега. Тоже как-то перебрался он, да? И... Рыбаки-то они здесь. Так, это вот сливается уже две реки, да? Вот это, да, место? Вот Монза, там справа Кострома. Ага. Ну вот, вот Кострома, там как раз перекат Баран, да? Вот. Да, вот повыше. Повыше. А это вот, это Монза. Напоминаю, друзья, кто не смотрел, это перекат Баран, это известный рогатый камень, по легенде, на котором приплыл Ферапонт Монзинский, камень почитался. Вот там как раз он, где Костромка. Значит, потом, но также, кроме этого, он мешал судоходству на реке Костромке, вот в Буйском районе здесь. И поэтому его разбили. А зря, наверное. Потому что, говорят, интересный камень был, рогатый. Но люди его так почитали, что положили обломки, то, что от него осталось, они положили в часовнинку. Вот здесь вот недалеко. А здесь тогда получается, если это стрелка, то он не приплыл, а пришел. Вот, вот, потому что... Вот, Монза. Такое красивое финно-угорское название, мирянское. Ну и Кострома. Здесь вопрос спорный. Кто-то говорит, что это славянский ритуальный персонаж. Кто-то говорит, что это Каштырма, Ветреная земля и другие аналоги финно-угорские. Но река, безусловно, очень красивая. И наш верный спутник Михаил. Вот мы вроде как пытаемся причалить. Тут тоже ивняк, его залило, поэтому как выйти здесь непонятно.